По итогам 10 месяцев выдано почти 100 тысяч электронных листов нетрудоспособности. Введенный в прошлом году сервис становится все более популярным среди работающего населения. Медучреждения республики заключили с региональным отделением Фонда социального страхования соглашение об информационном взаимодействии. Выданный электронный больничный лист по сети сразу же регистрируется в фонде. Это позволяет минимизировать возможность возникновения ошибок при заполнении листка нетрудоспособности и расчете пособий. Кроме этого, уменьшается время, затраченное на оформление листка нетрудоспособности. Сокращается документооборот, не говоря уже о том, что этот сервис упростил учет бланков строгой отчетности. Лидирует в этой сфере городская клиническая больница номер 1. Здесь почти 10 тысяч пациентов получили электронные больничные. Активно пользуются современной услугой жителей Чебоксарского района. Электронные больничные выданы 2000 больным.